Итак, друзья, стали известны комплектации и рублевые цены на новый Lexus LX 600 и LX 500D, конечно, без учета дилерских наценок. Сразу хочу сказать, если вы против космических допов и хотите покупать автомобили по рекомендованному розничному ценнику, как это было раньше, обязательно ставьте лайки и пишите комментарии по этому поводу. Итак, премьера Lexus LX состоялась еще прошлой осенью, но уже по традиции до российского рынка новинки добираются не быстро, и стало известно, что новая модель должна появиться в продаже не ранее конца зимы этого года. Но зато уже известны цены и комплектации на бензиновую и дизельную версию. Напомню, что новый LX будет предлагаться с теми же моторами, что и Toyota Land Cruiser 300. Версия LX 600 получит мотор с двумя турбинами объемом 3,4 литра, выдающий 415 лошадиных сил и 650 ньютон-метров крутящего момента. А версия LX 500D оснащается дизельным мотором с двумя турбинами объемом 3,3 литра и мощностью в 299 лошадиных сил и 700 ньютон-метров крутящего момента. Оба мотора работают в паре с 10-ступенчатым автоматом и постоянным полным приводом. Все комплектации оснащаются гидропневматической подвеской с адаптивными амортизаторами. Комплексом систем активной безопасности Lexus Safety System нового поколения, который может предотвратить столкновения в различных ситуациях. Мультимедийная система с экраном на 12,3 дюйма, 4-зонный климат-контроль, 4 камеры по периметру с системой помощи движения по бездорожью, система Multi-Terrain Select, которая позволяет выбирать специальные настройки вне асфальта, и систему выбора режимов езды. Перейдем к комплектациям. Ценник на базовую комплектацию Executive стартует от 8 635 тысяч рублей за бензиновую версию LX 600, а версия с дизельным мотором начинается от 8 522 тысячи рублей. В данной комплектации предусмотрены электрорегулировки водительского кресла в 10 направлениях, а пассажирского в 8. Сидения первого ряда оснащаются системой вентиляции, а второй ряд складывается в пропорции 40:20:40. Рулевая колонка, боковые зеркала и сидения водителя в начальной комплектации уже обладают функцией памяти в 3 положениях. Фары светодиодные ближнего и дальнего света с 3 линзами и противотуманные фары. 2 ключа Smart Key, запуск двигателя с кнопки и система старт-стоп. Интерьер декорирован вставками из черного дерева Shimamoku. Комплектация премиум дополнится электроприводом складывания сидений второго ряда с подогревом и вентиляцией. Центральный подлокотник имеет охлаждаемую емкость, доводчики дверей, акустическая система Mark Levinson, подножки, а в отделке салона использована полуанилиновая кожа, а интерьер может быть украшен вставками из коричневого матового ореха. Такой LX обойдется с бензиновым мотором в 9 400 000 рублей, а с дизельным 8 891 000 рублей. Комплектация Luxury отличается двухцветными коваными дисками на 22 дюйма вместо легкосплавных, проекционным дисплеем на 10 дюймов, люком на крыше, а вставки из коричневого матового ореха дополнены элементами из черного дерева Summi. Начиная с комплектации Luxury Plus, LX можно выбрать только с бензиновым мотором. И здесь уже появляется третий ряд сидений, которому доступен электропривод складывания в пропорции 50:50. Предусмотрен дополнительный разъем USB Type-C и воздуховоды. Ценник составляет 9 886 тысяч рублей. VIP-версия получила второй ряд с раздельными креслами и массажем с электрорегулировкой в 6 направлениях, а третий ряд сидений недоступен. При этом в спинках передних кресел есть мониторы на 11,6 дюймов, возможность регулировки положения переднего кресла с заднего ряда и дополнительные потолочные воздуховоды для второго ряда сидений с функцией создания эффекта водопада, направляя свежий поток воздуха на пассажира или в сторону стекол. Подлокотник второго ряда оснащен блоком управления климат-контролем, регулировкой сидений, откидной подножкой и подогревом и вентиляцией. Также передние кресла получили массаж, салон отделан элитной кожей с ромбовидной прострочкой, а кованые колесные диски получили хромированный окрас. А самая топовая версия Lexus LX 600
VIP Black стоимостью в 10 976 тысяч рублей отличается декором в темных тонах. Также недавно стало известно, что в Токио представлен новый Lexus LX в уникальной внедорожной версии Off-Road, который получил в экстерьере легкие литые детали из высокопрочного карбона для защиты переднего и заднего бампера, а также защиты колесных арок. Модель оснастили 20-дюймовыми колесными дисками, специально разработанными для участия в ралли-заездах. Ну а о выходе такой версии на рынке РФ пока не сообщается. А как вам цены и комплектации нового Lexus LX для России? Очень интересно узнать ваше мнение, поэтому давайте пообщаемся и подискутируем. Также буду рад, если вы перейдете на канал для просмотра других роликов. И, конечно, приглашаю подписаться на канал и нажать на колокольчик. Подписывайтесь на телеграм-канал и до новых выпусков. We'll be right back.